Тотальная вырубка, лесные пожары, эрозия почвы, техногенные катастрофы. Легкие планеты ежегодно уменьшаются на миллионы квадратных километров. Это липовый реликтовый лес, он существует давно, то есть некоторым липам здесь более 200 лет. Насекомые первыми ощутили пагубные изменения. Казалось бы, от чего защищать пчел? В дни защиты от экологической опасности волонтеры первыми встали на защиту окружающей среды. Специальный репортаж «Зеленая практика» смотрите в пятницу 5 июня после «Вечернего вестника».